Представляю третью пару спортсменов. Спортсмен 1985 года рождения. Представитель категории 80 килограмм. Кандидат мастера спорта по боевому самбо. Рейтинг 15 боев, из них 10 побед. Представитель Центра силовых структур имени Рената Садыкова, город Москва, Ишаев Ислам! Его соперник, представитель спортивного клуба «Сандос», также спортсмен 80 килограмм веса, призер города Москвы по боевому самбо и панкратиону. В профессиональных боях по смешанным единоборствам сегодня дебют. Ваши аплодисменты, Никлюдов Андрей! Двигайся! 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 Двигайся!
Давайте, Андрей! Поможем! Поддержим стать именно! Это очень тяжело! Присуждается приз за волю к победе!